Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, дорогие наши гости. Слава нашему Богу за это особое преимущество находиться в Доме Божьем. Мы рады также приветствовать наших дорогих друзей, которые становятся участниками этого богослужения благодаря трансляции в прямом эфире в сети интернет. Мы благодарны Богу, что Он сегодня дарует нам такую возможность, находясь в разных уголках нашей земли, живя в разных странах, мы можем быть едиными благодаря той удивительной любви, которую Бог изливает на каждого из нас. Благодаря удивительному Слову нашего Господа, который желает вдохновить нас и который желает сегодня через свое Слово показать нам новые цели, новые приоритеты в нашей жизни, чтобы сегодня каждый из нас был верен Господу. И мы благодарны нашему Небесному Отцу за удивительный дар жизни, что сегодня мы находимся в числе живых, здоровых и можем слушать Его Слово, можем научаться у ног Его и получить Его отцовское благословение. Хотя, когда мы говорим о нашей жизни, о жизни человека после грехопадения, мы видим, что жизнь наша – это практическое поле битвы. Мы боремся за справедливость, мы боремся за любовь, мы боремся за власть, мы боремся за мир и правду. И люди, ставя определенные цели в своей жизни, они достигают их, потому что прилагают титанические просто усилия. Когда мы смотрим на то, что нам приходится преодолеть в нашей жизни, наши глаза боятся, но говорят о том, что глаза боятся, а руки делают. И поэтому мы продолжаем стремиться к чему-то лучшему, к тому, к чему призывает нас Господь. Да, можно преодолеть многие преграды и трудности и стать победителем в этой жизни. Можно прилагать усилия и преодолевать трудности. Но одна из самых больших проблем для каждого из нас – это человеческое «я». Как победить самого себя? Человеческое «я» – это тот бастион, который многим не под силу взять. Человеческое «я» – это тот гранит, который не в состоянии иногда разрушить даже Бог. А Бог сегодня, обращаясь к каждому из нас, говорит такие слова: «Смирите души ваши». Зачем? Зачем Бог обращается к нам с этим удивительным предложением? Ведь смирение – это удел слабых. А если ты сильный человек, если ты уверен в своей правде, зачем тебе смиряться? Если вам дано, говорят многие люди, дано верить, пожалуйста, верьте, а мне не дано это. Поэтому я живу и поступаю так, как я хочу. Друзья, думать можно все, что угодно, но есть определенные законы жизни, которые мы не в состоянии изменить. Есть определенные правила жизни, которые и регулируют нашу жизнь, наши отношения друг с другом. Есть такая хорошая пословица: что человек сеет, тот человек и пожнет. Мы говорим, что это правило не в состоянии изменить мы сегодня. Невозможно, посеяв пшеницу на поле, придя на этот же участок, собрать картофель. Этого просто невозможно, потому что есть определенные законы жизни. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Бог сегодня желает преобразования нашего человеческого сердца. То, что трудно для нас сделать, но Бог желает, чтобы эти изменения обязательно произошли. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной открыли Священное Писание. И мы послушаем, что говорит апостол Иаков. 4 глава. И мы прочитаем 6 и 10 текст. 4 глава, книга Иакова, 6 текст. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И 10 текст мы читаем: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Почему Бог гордым противится, а смиренным дает благодать?
что хорошего, если ты в своей жизни проявляешь это качество смирения? Ведь многие говорят, если ты смиренный человек, ты из себя представляешь обыкновенную тряпку, о которой вытирает ноги. В чем же счастье для человека? Здесь написано, о смиренном дает благодать, дает особую радость. Можно ли радоваться, когда ты смиренный человек? Мы говорим о том, что смиренного человека всегда норовят унизить, всегда сделать ему больно. А Бог говорит о том, что это радость для нас, если мы в своей жизни проявляем смирение. И в противовес этому написано, что Бог гордым противится. Богу противно смотреть на людей, которые совершают гордость в своей жизни. Богу неприятно такие люди. И далее, как пишет апостол Иаков, «Смиритесь пред Господом, и что сделает Бог в своей жизни для нас?» Написано «и вознесет нас». Возможно ли, чтобы смиренный человек мог быть вознесен Богом? Что происходит с нами, если мы не смиряем душ наших, к чему призывает нас Господь? Мы обратимся к одной удивительной истории, которая записана в книге пророка Даниила. Я попрошу открыть вас своей Библией, и мы читаем 5 главу пророка Даниила. Одна удивительная история, поучительная для каждого из нас. Итак, 5 глава книги пророка Даниила, с первого текста мы читаем. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и пред глазами тысячи пил вино. Вкуси вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме. И пили из них царь, и вельможи его, и жены его, и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Вот такая удивительная история записана в книге пророка Даниила. Мы можем себе представить картину, когда город Вавилон находился в осаде. Царь Кир практически завладел всей Малой Азией, и он окружил Халдею со всех сторон. И когда он подошел к этому городу, то даже для Кира этот город едва ли представлялся возможным для взятия его. Почему? Потому что это был один из могущественных городов в древности, и сам город представлял собой крепость. Высота стен достигала 90 метров. Ширина стены достигала 25 метров. И поэтому мы понимали, что люди, находящиеся там, и мы понимаем, что невозможно, пользуясь тем вооружением, которое было в древности, взять этот город. Тем более, что этот город был окружен широким каналом, отведенным от реки Евфрат. Пища находилась там примерно на 20 лет запаса, и поэтому люди чувствовали себя очень спокойно и вольготно. И юный царь, соправитель, решил устроить вот этот пир, когда он пригласил знатных людей, и жены его, наложницы его, вельможи его, они собрались вместе для того, чтобы участвовать в особом пире. Но вот этот пир, это пиршество, обычное для халдеев, оно превращается в святотатственное действие по отношению к живому истинному Богу, перед которым склонился его дед. И юный царь приказал принести сосуды, которые взял Навуходоносор из Иерусалимского храма. И эти священные сосуды, которые были принесены в это здание, где проходило это пиршество, и что начали делать люди? Они начали пить из священных сосудов и славить своего Бога, о котором здесь написано даже не одного, а несколько богов, и они были железные, деревянные и каменные. Что происходит с человеческим сердцем? Что происходит с человеком, который знает, что произошло с его дедом?
Когда люди находятся вот в таком пьяном угаре, они не в состоянии оценивать ту ситуацию, которая происходит в данный момент. Людям хочется что-то взять от жизни такое и как бы подстегнуть свои чувства. Мало того, что они собрались для того, чтобы устроить вот эту ночь в вакханалии, то они еще приносят священные сосуды, которые являются Божьими. Святыми, потому что они отделены были для служения живому истинному Богу. И вот когда они ели и пили, и все было очень весело, и далее мы читаем в пятом тексте, в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресел ослабели, и колени его стали биться одно от другое. Сильно закричал царь. Как часто в своей жизни, друзья, мы думаем о том, что я могу делать то, что угодно, и как бы мне никто не указ. Но наступает определенный момент в жизни каждого человека, когда вся твоя смелость куда-то исчезает. И как здесь написано, что царь закричал, ноги его стали биться, колено стали биться друг о друга. До какого состояния страха необходимо дойти, чтобы испытывать это состояние? Если люди обращались, те, которые находились там, обращались к своим богам, почему эти боги были не в состоянии его защитить и дать спокойствие этому человеку? Друзья, наступает тот момент, когда Бог входит в нашу жизнь особым чудесным образом. Мы даже не в состоянии представить себе, что может сделать Бог в нашей жизни. И вот здесь мы видим эту ситуацию, что происходит с этим человеком. Человек до определенного момента ничего не боится, потому что он чувствует себя уверенным. Есть стены, есть высота стены, есть вот этот канал. Запасы пищи, все есть необходимое для жизни. Зачем мне живой истинный Бог? Бог дает определенное время и для таких моментов, потому что Бог проявляет особую милость и желая, чтобы каждый человек в своей жизни проявил доброе отношение к своему Богу и проявил вот это удивительное качество смирения. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятели халдеев и гадатели. И он требует, чтобы кто-то объяснил ему, что происходит, почему он находился в таком трепете. Потому что вдруг из стены выходят пальцы кисти человеческой и начинают что-то писать. И моментально вот это веселье прекращается. В одно мгновение люди стали трезвыми. Они видят необыкновенное, необычное действие. Выходят на стене пальцы из стены и начинают что-то писать. Люди даже не понимают, что написано. Но сам факт появления этой кисти, оно заставляет человека содрогнуться, прийти в ужас. И тогда зовут Даниила, и он старается объяснить, что происходит, что написано на этой стене. Люди часто уверены в том, что их Бог, которому они служат, он обязательно им поможет. За 5 минут все может измениться в жизни человека. И далее мы читаем о том, что Даниил начинает рассказывать и объяснять этому юному царю, что написано было на этой стене. И вот что начертано. «Мене-мене текалу-парсин». И вот значение слов. «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Почему Балтасар оказался легким? Почему, когда здесь написано, образно говоря, что Бог взвешивает, он поставил его на весы, то этот человек оказался легким? Ведь они пиршествовали всю ночь, они довольно много выпили и съели. Почему он не оказался весомым? Почему его жизнь оказалась настолько легкой? Когда мы читаем тексты из Священного Писания, из этой же главы, то Даниил начинает объяснять этому молодому человеку. И он говорит: «Царь,
Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием которого он дал ему все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, а кого хотел, оставлял живых. Кого хотел, возвышал, а кого хотел, унижал. Это то, что делал этот царь. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Он думал о том, что он, Навуходоносор, это золотая голова, ему нравилось слушать особые лестные слова в его адрес. Но написано здесь, что надмилось сердце его. И что происходит тогда? Даниил объясняет этому молодому человеку: ты должен был знать, что сделал Бог с этим человеком, с твоим дедом. И затем мы читаем: «И ты, сын его, Балтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание». Что-то ты делал не так в своей жизни. Бог взвешивал и взвесил тогда духовный, нравственный багаж этого молодого человека. Потому что о себе можно думать все, что угодно. Но когда Бог взвешивает, что происходит затем? И мы читаем 30-й текст. «В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит». Эта история заставляет меня задуматься: Господи, если ты взвесил тогда этого человека, взвешиваешь ли ты меня сегодня? Как вы думаете, взвешивает ли Бог нас сегодня? Я просил бы, чтобы мы обратились к книге «Притчи». И в этой замечательной книге есть ответы на эти вопросы. 21 глава, книга «Притчи Соломоновых», 21 глава и 2 текст. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Человеку кажется, что он всегда поступает справедливо и правильно. Но написано, что здесь Бог взвешивает. 16 глава книги «Притчи», 2 также текст. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Мы думаем иногда о себе, что все благополучно в нашей жизни. И каким-то образом Бог не касается нас. Но когда мы читаем книгу пророка Исаии, 49 главу, то там написано 15-16 текст, что Бог говорит: «Даже если мать забудет тебя, то я тебя никогда не забуду. Я знаю тебя». То есть Бог знает мою жизнь. И если Он взвесил тогда этого человека, то Он взвешивает и меня сегодня. «Не смирил сердце своего». Как удивительно, вот это несмирение, как оно въелось в людей после грехопадения. И иногда Богу невозможно разъединить нас с несмирением, а мы говорим, что противовес смирению стоит гордость, и Богу что-то необходимо сделать для того, чтобы исцелить нас. Люди, когда восстали против Бога, когда они не послушали, что Бог говорит, то тогда мы происходим, что произошло с жизнью людей. Когда мы читаем книгу «Бытие», мы читаем историю о том, что произошло с человечеством. Прошло лишь небольшой период времени, и мы читаем в книге «Бытие», 6 глава, 5 текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их».
До какого состояния необходимо было дойти человеку, чтобы Бог раскаялся в своем творении? И Бог говорит: «Я тебя создал из праха земного, как глину», и теперь Бог хочет все это уничтожить, потому что люди достигли предела своей гордости. И когда Бог послал дождь на этот допотопный мир, после этого люди опять же не раскаялись и не проявили смирения. И они тогда сказали: «А ты нас решил потопить водою, тогда мы сделаем себе большую башню и построим себе большой город». Это мы можем прочитать в 11 главе книги «Бытие». «На всей земле был один язык и одно наречие». Мы читаем с первого текста 11 главы. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаа равнину и поселились там, и сказали друг другу: „Наделаем кирпичей и обожжем огнем“. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: „Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли“». Что решили сделать люди? Построить башню, и что они сказали? Сделаем себе имя. Как вы думаете, у них было свое имя или нет? Что подразумевалось под тем, что целый народ сказал: «Мы сделаем себе имя»? Господи, если ты Бог всемогущий, то мы тоже люди мудрые. Мы сделаем такое себе имя, что ты всегда будешь в стороне, потому что мы знаем, как найти выход из той ситуации, которую ты создаешь для нас. И если ты всемогущий Бог, то тогда сегодня я могу сделать нечто. И они решили сделать себе вот эту башню. То есть сегодня что делают люди? Люди меняют тактику своего поведения. Люди понимают, что идти против Бога сегодня невозможно, да и неразумно. И мы понимаем, что необходимо тогда сделать вид, что у тебя все благополучно. Вы замечали, как поступают дети, которые совершили какую-то провинность? Как они ведут себя? Они ведут себя таким образом, как будто они ничего не сделали. И даже по их примерному поведению как раз видно, что они уже что-то натворили. Потому что, когда они натворили, они ведут себя более естественно. Только что-то сделали не так, они стараются вести себя особым надлежащим образом. Хотел бы прочитать о времени, которое описывает апостол Павел, о том, что как люди стараются поменять тактику своего поведения. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, с 1 текста. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Как вы думаете, друзья, что такое благочестие для человека? И возможно ли своим благочестием поделиться с другим человеком? Возможно ли благочестие взять на прокат, как берут свадебное платье, и хотя бы один день побыть в белом и чистом? Возможно ли это сделать со своим благочестием? Мы говорим, что либо оно у тебя есть, либо его нет. Но что стараются сделать люди? Здесь написано о том, что люди создают вид благочестия. Что такое вид? То есть, когда внешнее поведение наше, оно является образцовым. Внешне примерные люди. И мы говорим, благочестие выражается в чем? В приходе человека в церковь, в подаянии человека, человеком Богу. В чем благочестие? В чем благочестивость проявляется сегодня наша с вами? Я вспоминаю из недавнего прошлого, как в один из небольших городков завезли мужские костюмы. Еще не так давно все вещи не всегда можно было купить, все, что необходимо,
Всегда был блат, всегда были определенные базы, куда приезжали люди, которых называли блатными, и они получали там товары. И вот в один из магазинов с базы поступила партия костюмов. И настолько была низкая цена этих костюмов, примерно раз в 10. Вот представьте себе, что сегодня за 50 гривен вам предлагают купить хороший, приличный на вид костюм. Естественно, их не пустили, эти костюмы, даже в продажу. Разобрали люди между собой, высокие чины приобрели эти костюмы, и люди все были довольны, что они имеют хороший, приличный на вид костюм. И вот в один из дождливых дней один из чиновников оказался на улице, и когда он шел по улицам этого города, нечто произошло с его костюмом. Его костюм на глазах стал распадаться и превратился просто в лохмотье. Все люди, так как городок был небольшой, это было в России, в одной из областей, и все начали шептаться, все начали говорить: «Вы видели нашего многоуважаемого человека, который, извините, шел практически в трусах?» И люди смеялись и начали выяснять. Сразу приехали на ту базу и к директору магазина и спрашивали: «Что вы продали нам?» И только тогда, когда они начали разбираться в этом вопросе, оказалось, что эти красивые костюмы были предназначены для покойников. Покойнику нужен костюм на сколько дней? На один день, потому что далее он в этом костюме ходить не будет. И поэтому сшили такой костюм, который был предназначен на один день. Внешне этот костюм был приличным, но качества никакого. Апостол Павел говорит, что внешне вот это благочестие, оно, вы одеваете, и вам кажется, что с вами все нормально. Но когда вы попадаете в условия другие, а где мы проявляем свое благочестие? Где проявляет человек свое благочестие? В церкви, на работе, дома? Где? Что-то с благочестием нашим происходит, оно просто распадается, и мы остаемся в неприглядном виде. Бог говорит о том, чтобы мы не делали собой того, что делают многие люди. Апостол Павел говорит: «Знай же, что последние времена люди будут не люди, находящиеся вне церкви. Это будут люди, которые находятся в церкви. Это самое страшное, потому что мы читаем, кто мы являемся на самом деле». Когда мы далее продолжаем читать эту историю, мы видим историю Даниила, что если ты не смирил себя, ты тогда и не можешь прославить Господа. А почему, если ты не смирил? Потому что Даниил сказал Балтасару: так как ты не смирил себя и не прославил Бога, то Он взвесил тебя, и ты оказался очень легким. Почему, если ты не смирил себя, ты не можешь прославить Отца Небесного? Почему невозможно это сделать? Если ты не смирил, тогда ты не прославил. Потому что только тогда, когда ты смирился под крепкую руку другого, только тогда при смирении у тебя есть прославление. Мы говорим о нашей жизни, о нашем поведении. Если у нас смирение, мы думаем о том, что если я не смиряюсь перед Богом, я остаюсь свободным. Нет, друзья, происходит такой момент, что приходит другой хозяин в твою жизнь, и ты будешь обязательно ему поклоняться. Об этом мы читаем в Священном Писании. И иного не дано для человека, потому что то, что говорит Библия, это правда и истина. Апостол Павел в послании к римлянам и в первой главе пишет, 19 текст: «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его, вечно силовое божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога?» Заметьте, что происходит, если ты не прославил Бога. «И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся,
кто и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварям вместо Творца, который благословен вовеки». Вот что говорит Слово Божье. Если ты не смирил, и если ты не можешь смирить своего сердца, а ведь смирение Бог предлагает нам произвести по отношению к человеку. Легко ли смириться перед Богом? Что проще, смириться перед Богом или перед человеком? Что легче, проявить смирение перед Богом, либо проявить смирение перед человеком? Трудно ответить, да, друзья? Ну, как вы скажете? Перед Богом легче. Почему легче перед Богом? Не так стыдно. Мы не смотрим Ему в глаза. И где-то, может быть, Он простит, правда? Но человек более злопамятный, чем Бог, да? И поэтому мы говорим о том, что смирение, которому призывает нас Господь, оно выражается в смирении перед человеком. И Бог говорит, если ты смиряешь себя перед человеком, то ты смиряешься перед Богом. Вы помните, что сделал Христос, когда умывал ноги своим ученикам? Что мы читаем? Он показал на деле, что возлюбил их. Кого? Достойных людей, которые спорили между собой, кто из них лучше и кто должен занять первое место. Но Бог смиряет себя перед человеком. И здесь написано, что если вы не проявили вот этого смирения, о котором мы прочитали, то ты начинаешь себе избирать других богов. Так происходит в жизни человека. Не смиряешься перед живым Богом, начинаешь избирать себе другого. Мы говорим, что делать нам в нашей жизни, когда мы чувствуем, что с нами происходит что-то не так. Когда Бог призывает нас к изменению жизни, мы не желаем этого произвести. Где набрать пример для себя? И мы читаем, что пример есть для нас. Пример – это наш Господь и Спаситель. Откройте вместе со мной послание апостола Павла к филиппийцам, вторую главу, и мы прочитаем шестого текста. Что делает Он, Бог, Творец? Вторая глава послания апостола Павла к филиппийцам. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». И далее мы читаем удивительное, что делает Бог, не человек. «Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Что делает Бог, что Он смиряет себя? Когда на Него возложили крест, Он шел по улицам Иерусалима и должен был прийти на лобное место, которое называется Голгофа. Зачем? Зачем он должен был прийти туда, на это место? Умереть вместо тех людей, которые сегодня не хотят проявить своего смирения. Господь предлагает нам, читая Священное Писание, Господь говорит, кто хочет идти за Мною, что далее? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. А кто хочет сегодня идти за Ним? Кто, друзья, сегодня хочет идти за Ним? Мы? Когда Господь предлагает нам взять свой крест, как вы думаете, что делать с этим крестом? Если мы говорим, что мы готовы взять его крест, взяв свой крест, необходимо хаотично ходить по улицам города Киева? Или есть конечная цель? Есть то место, куда ты должен прийти? Куда? Господь говорит, ты должен взять крест свой и прийти куда? Ты должен прийти на Голгофу. Зачем? Не каждый день носить крест свой, просто бродя по улицам, чтобы все люди видели, что я ношу этот крест. Ты должен взять его и прийти. Куда? На Голгофу. Зачем?
Зачем? Для того, чтобы умертвить свое «я». То «я», которое не позволяет нам быть смиренными людьми, то «я», которое не позволяет нам быть людьми спасенными. Что делает мою жизнь сегодня легкой? Вот представьте себе, что сегодня Бог взвешивает нас. Не завтра. Если Бог будет взвешивать через неделю, я постараюсь преподнести Богу определенный духовный багаж. Что я сделаю за эту неделю? Я буду читать, я буду молиться, я каждый день буду проявлять какие-то добрые дела, чтобы, когда меня поставят на весы, Бог сказал: «О, ну ты тяжелый». Если ты найден очень легким, что происходит тогда? Что произошло с Валтасаром? Написано, в ту же ночь он был убит. Что делает мою жизнь легкой сегодня? Что, друзья? Ходим, веруем, читаем, молимся, а Бог говорит, а жизнь ваша легкая. Мы понимаем, что те грехи, которые мы совершаем в своей жизни, они уничтожают буквально все то, что делает Бог для нас. Мы говорим о том, что мы стараемся загнать совесть куда-то подальше. Мы легкие, когда мы злые. Мы легкие, когда мы грешим. Мы легкие, когда мы проявляем гордость в своей жизни. Богу это не нравится. Он говорит, это тебя делает невесомым человеком. Ты настолько легкий, что просто ты пролетаешь. И заметьте, что однажды дьявол подошел к Иисусу Христу и говорил, просил его, чтобы Иисус Христос что сделал? Просеял своих учеников. Когда идет просевание, что он имел в виду? Что имел в виду дьявол? Потому что тяжелое зерно, оно останется в этом решете, а легкая, вся шелуха, она просто улетит. То есть, когда Бог берет решето и старается просеять, дьявол говорит, ты посмотри, тяжелые они или легкие твои ученики. И Христос говорит Петру, сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу, чтобы вы улетели. Но я молился о тебе. Бог сегодня молится о нас, чтобы не оскудела вера наша. Жизнь может быть нам казаться легкой, воздушной и прекрасной. Жизнь, мы из себя можем представлять себе красивые мыльные пузыри. С виду они очень красивые и радужные, но на один миг. И Господь говорит, зачем тебе быть легким? Ты можешь быть красивым и радужным на один миг. И когда к тебе кто-то прикасается, вся твоя красота, она исчезает. Сегодня, друзья, Бог взвешивает меня и вас. Особое благодарение Ему, что Он дарует нам сегодня жизнь и возможность изменения. Изменения человеческого сердца, чтобы мы могли однажды предстать пред Богом. Предстать таким образом, что нам не будет страшно, что Бог может спасти и сохранить нас от падения. Бог призывает нас сегодня, читая Священное Писание, что-то изменить в своей жизни. И Бог призывает нас к тому, чтобы мы проявили смирение, и за смирение мы могли прославить Бога. Это самая большая серьезная проблема для человека. Легко принимать, но нелегко исполнять. Легко слушать, но невозможно что-то сделать в своей жизни. Настолько оно прикипело к нам. А Бог говорит, я могу все это оборвать, я могу оборвать все эти силы, все эти нити, которые сегодня удерживают тебя, потому что сила наша в Иисусе Христе, которая дарует нам устоять, которая дает нам приток свежей крови, которая обновляет наш организм. Если он засорен, если там есть ядовитые вещества, необходимо проявить лечение. Бог говорит, я пришел сюда, в этот мир, потому что нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Если ты понимаешь, что ты болен, ты смирись, чтобы я произвел это исцеление. Не думай о том, что
все менется, все пройдет, и я останусь верным Господу. Бог призывает сегодня меня и вас к изменению. И Бог говорит, что если ты послушаешь глаз мой, что произойдет с тобой, что я могу сделать для тебя? Послание святого апостола Иуды. Мы читаем эту главу, здесь одна глава, 24-25 текст. «Что может сделать Бог для меня и для вас, друзья? Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Бог может меня, слабого человека, поставить пред славою Своею непорочным. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Так говорит Иуда. Он говорит, что вы не должны приползать к Богу на коленях в уничижении самого себя, и дьявол вас подгоняет и показывает, кто вы. Но вы можете подняться с колен тогда, когда на коленях произойдет смирение. Когда ты проявил на коленях смирение, Бог поднимает тебя, потому что Бог называет нас своими друзьями, Он желает ходить вместе с нами, общаться вместе с нами. Он говорит, я поручаю тебе великую работу, свидетельствовать другим людям, что в тебе произошло изменение, что ты сегодня смиренный предо мною. А Бог смиренным дает что? А Бог смиренным дает благодать. Бог сегодня мне и вам готов даровать благодать. И написано, что смиренных Бог возвышает. Замечательно. Не возвышает, чтобы гордиться, возвышает, чтобы быть с Ним в Царстве Божьем. Сегодня время изменения нашей жизни, потому что люди, живущие на этой земле, они думают покаяться завтра. А Валтасару Бог не дал и одной ночи. Бог сегодня проявляет к нам особую милость. Он проявляет милость тем, которые сидят в этом зале. Бог проявляет милость тем, которые смотрят эту программу. Бог дает сегодня нам возможность для нашего изменения. И давайте мы прославим нашего Господа. Мы скажем Ему: «Господи, мы благодарны Тебе, что Ты есть наш Бог, который желает изменения нашего». И то слово, которое мы читаем, мы благодарны Богу за это слово, потому что сегодня оно может изменить нас. И сегодня в своей жизни мы можем проявить это удивительное качество смирения. И если мы смирим себя, только тогда мы можем прославить нашего Бога, в Которого мы веруем и на Которого мы надеемся. Аминь. Я приглашаю вас подняться для молитвы. Господь наш, Бог великий и крепкий, к Тебе наши молитвы от слабых людей, людей несовершенных, но тех, которые любят Тебя. Мы, Господи, любим Тебя и желаем, чтобы Ты мог возрастить в нас эту удивительную любовь, и она стала еще крепче, сильнее, чтобы в этот день, когда Ты открываешь нам Свое Слово, мы стали ближе к Тебе. Научи нас в Своей школе, когда именно Ты воспитываешь, Господи, нас и желаешь изменения разума и сердца нашего. Читая Священное Писание, мы убедились, Господи, что Ты взвешиваешь нас. Помоги нам не остаться легкими. Помоги сегодня проверить свой духовный багаж, этот духовный вес. Что из себя представляем мы сегодня, заявляющие о своей вере в Тебя? Если Ты видишь наши слабости и падения, пожалуйста, прости нас, Господь. Измени нас сегодня, сделай нас сильными, чтобы грех не загонял нас в угол, и мы не служили тому, который действует против Тебя, но чтобы мы могли поднять свои глаза к небу и увидеть этот свет, эту радость, ибо Ты заявляешь о том, что я могу Тебя поставить в радости. Помоги нам испытывать радость в служении Тебе, чтобы нас каждый день осуждала совесть наша, но чтобы мы могли следовать за Тобой с радостью до того момента, когда Ты придешь, и чтобы сегодня в нашей жизни мы могли распять свое «я». Как тяжело, Господи, это сделать.
Как часто мы пытались это сделать и не сделали. Господи, измени нас в свой образ и в свое подобие, чтобы мы были похожими на Тебя, чтобы мы всегда помнили о том, что Ты сделал для нас, и Ты, Бог, смирил Себя до смерти крестной. Даруй нам любви, даруй нам терпение, даруй нам, Господи, смирение, чтобы сердца наши были наполнены прославлением имени Твоего. Благослови нас, как детей Твоих, и надели нас Своею праведностью, чтобы никто из нас, стоящих пред Тобой, не имел вида благочестия, но чтобы мы были благочестивыми людьми. И Ты готов это сделать, если мы позволим. Господи, измени нас, прибудь в нашей жизни и веди нас к вечности, ибо это есть желание нашего сердца. Люби Тебя, а также тех, которые рядом с нами. И пусть во всем будет воля Твоя, а мы желаем славить Тебя, нашего живого истинного Бога. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.